Здорово всем, ребят, сегодня у нас на обзоре бой на Т-30 на 9 уровне ПТшки, да, получается. Посмотрим, что нам боец покажет. Карта у нас Прибалтийский щиток. Ну, я честно говорю, я не смог играть на ней. Я, ну, вроде как бы играбельно, но мне что-то не зашло. Ну, судя по камуфляжу, да, у бойца, он играет частенько на этом танке, потому что, ну, я бы не тратил камуфляжик такой прикольный для того танка, на котором ты просто поиграл, как бы прошел и удалил его, да, как сделал я. Ну, сейчас посмотрим. Так, еще и режим превосходства, это просто ужас. Ребятки, для тех, кто терпеть ненавидит режим превосходства, с вас по-любому лайк, подписочка, если вдруг не подписаны, ну и прислать свой реплей, где вы так же самое терпеть ненавидите этот режим. И какой-то бой в этом превосходстве. Ну, в принципе, пока... Ой, как хорошо 8 прет. Ох, как мышонок прет хорошо. Неплохо. Прям сейчас тупо как в тире. Смотрите, красненький подсвечивается. И есть на ком настреливать урон. 1300 уже есть, а Мойсин, бедолага, уже офигевает с того, что половина хп потерял. Опа. Да ладно. Честно, я бы играл, я хрен бы попал бы туда. У меня бы, блин, улетело бы фиг знает куда. Куда-то в космос, в другую вселенную. Но точно не в тяжика. Хорошо, хоть он отъехал. Потому что я думаю, если он сейчас еще попадет ему в НЛД, я просто офигею. Нет. Такого быть не может. Я просто офигею, блин. Если бы у меня так все залетало на этой ПТ, я бы ее хрен бы удалил. Но у меня не было такого, я не знаю. Ну, конечно, я понимаю, что у меня руки клешни. Вернее, не руки, а клешни. Ну, пенетрейшн по полной программе. Вы посмотрите, просто залетает абсолютно все. У бойца все снаряды точно в цель. А ну, КВ-4. На. О, броня не пробита, но это уже Тёма накаркал, поэтому... Броня не пробита. Счет 0-3. Ну тут команде союзников просто нужно пожать руку, сказать, вы молодцы. Нахрена было вообще заходить в этот бой? Для чего? Для того, чтобы просто по-быстрому слиться и пойти погулять во что-то другое, да? Ну, я по-другому не могу назвать это как. Это даже не поиграть, это просто погулять. Это выехал на прогулочку на Прибалтийский щиток. Светанул мордой лица, получил в мордаху и отвалил. 3773 урона, почти 4 косаря уже у бойца в копилке. Астрон Рекс кошмарит Хори. Тот может закошмарить, конечно. Ой, по 700 вообще, ну как же ж это. 4500 урона. 4,5. Так, ну там Хори закошмарился. С Астроном и с Исом 8. Вы только гляньте, что происходит. 4730. Ну, все близится к тому, что боец остается уже как бы один, да? Против четверых, да, наверное. Рикошетус. Все-таки что-то я донакаркал. Так. Хорошо, хотя бы по точкам захвата. Сейчас у команды зеленых есть преимущество по очкам. Тигрянский получил свое 5300. Да все, все, Тигр, куда ты? Давай, давай. Адью, братан. Есть. А че он не домышка? Там до сих пор и сидит. Он все на что-то надеется. Ух ты какой, ты ля какой. Еще и попал, ладно, хрен с ним не пробил, но попал. Так, а у нас прога, да, осталось? 4-5. Три фрага у нашего бойца. Опа, ИС-8 подскочил. ИС-8. И Т-54. Ууу, это опасно очень. Это очень опасно. Если они сейчас зайдут с двух сторон, то жопеня будет нашему бойцу. Но боец решает все правильно. На Т-54 навалить, потому что это закошмарит по полной программе. Ой-ой-ой, не пробил. Хорошо-то как. Не-не, только не в круг. Только не кружит. А что вот с прогой там? Он шевелится вообще? Пока не круто, только давай. Есть, счет 5-5. 7000 урона, 7. Ребят, 7000 урона. Боец просто надирает тухисы по полной программе. ИС-8, ну ты, конечно. На, хорош.
Давай, давай, дружище, давай, ты сможешь. Я верю по полной версии. Самое главное, чтобы где-то еще мышь от не подкралась. Ну, я надеюсь, из восьмой. Из восьмой, короче, пока выцеливал, пошел нафиг. В ангар. 7800. 7800 и остался один мышь. Ну и по очкам захвата еще довольно-таки можно и так выиграть. В принципе, даже можно не париться мышь убрать, и можно спокойно выиграть. Вот в этом Галима, блин, превосходство. Терпеть его ненавижу, это превосходство. Так можно и выигрывать. Или само можно и проигрывать. Да ладно, давай, давай, втыкай, втыкай, давай, высматривай, высматривай, высматривай. Ага. Так, ну мыша пока что не видит. Ай, слепая. Ну куда он стрельнул? Давай, братан, давай, 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 в НЛДшечку. Да, да, просто да, красава. 8300 урона, 6 фрагов. Одного фрага не хватило до рассеняя. Ребят, бой просто шикарный. На Т30, просто шикардос. 8300 урона, 6 фрагов. Бойцу обязательно зачет, лайк, красавчик. Побольше таких боев. Ну и, ребятки, тем, кто не подписан, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, ставьте лайки, присылайте свои реплеи. А тем, кто подписан, вы красавчики. Ну а на этом все, до новых встреч. Всем спасибо, пока.